Вот такие. Да у нас маны какой-то гора. Двоих и тут три армии у нас пораться. На выдание свои. Этих сюда. Бездлохово не смогу бегать. Кому-то. У нас нечем штурмовать. Ходьба есть у меня. Блин. Как нам стена глядь? Может они вылезут. А можно пойти не сюда, а сюда. Уважайте, ну неизвестно. Их за деньги долго присоединить. Может они дадут. Что-нибудь. Ну, задание какое-то. Они стены не штурмуют. Там еще не может. Перетолимые стены. Вот он еще. У нас основные есть. То, что на капор еще выйдет. Ну, вы последний. Почему вы не это? Сто пятьдесят. А, это мы построили. Наблюдательный пост. Теперь уже куча. Вот таких вассалов. Архон такой. Наверху. А что они просят? Да сейчас 150. Ну да, 900 на следующих. Быстренько можно поставить где-то еще. Тупо. Ну то получилось, что мы чуть-чуть
Он с похода вернулся. Еще опыта прибыла. Ну, дух он вроде, типа, какое-то сопротивление еще. Вроде бы дает. Вот толком непонятно вообще. То есть стоит его брать. Потому что он еще не дух. Еще у нас тут двоих и сюда проволочь не хватает посещен чародея подправить каким мы сюда будем. Почему от духов фресков до конца был? Ну непонятно, кого он здесь. Не знаю. Духов сколько? А, 20. До конца есть еще народ. Ну этот покусать, ну это видимо. Хорошо. Что-то мечник произвел, Нет. Вообще-то мечник впереди. Сюда. Вообще огник. В открытом бою зачем? Ну, какая-то отдельная армия, допустим. Это близко. Может в контур пошли. Тут нет. Сюда пускай лестница. Но этот... чародеи для тени тени ЗАГС потому что выйти в бой все еще стать